Друзья, привет! Есть кое-какая работенка у нас вот для этого красавца. Поедемте, покажу. Еду я на тракторе по селу родимому. Еду на свиданию с мыслью единою. Еду я на тракторе, пыль столбом по улице, весь в атласном галстуке, сам собой любуюся. Когда Сашка проехал на тракторе мимо гусиков в роще в Березовой, гусики, мягко сказать, офигели. Гуси, 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 мои сладкие. Все попрятались в дом, короче. Потом, когда отошли, вот немножечко вышли уже наружу. Еду я на тракторе, распеваю песенки, люди потешаются, чай я не из гнесинки. Еду я на тракторе, на крылец на твой гляжу. Выйдешь, расцелуемся, а после чего скажу. Еду я на тракторе, девки так и падают, тебе до лампочки, что меня не радует. Еду я на тракторе, да порою раннею. Еду и бибикаю, обрати внимание. На тракторе еду вдоль околицы, на меня чай глядючи, бабки хором молятся. Опять покушается на мой арбуз. Сказала же, там где вилы, там арбуз. Нет. Сейчас кругом обойдем, да? Еду я на тракторе по совхозу лидеру. Коль не выйдешь без тия, косы с корнем выдеру. Палку приволок эту, а? Говорю, давай вытащу. Не надо. Ну все, вот он, там арбуз был, короче. Бесполезно, да? Что-либо спасать? Ну нет, да, все уже.
Чего? Чуть ли не пострадали, да? Там был арбуз. Где? Уже можно ответить в рифму. А что ты не сказала? А я тебе сказала, там где вилы стоят, там арбуз, ты кивнул мне когда? Голову. Когда? Ты что, я не понял нифига. Ну, нефиг понимать уже. Что, без арбуза я теперь? Да. Блин. Обидно. Это, слушай, я думал, это трава, а это, оказывается, подстилка была, да, да. Чья-то? Индюшина, наверное, прошлогодняя. Наверное, индюшина, да. Короче, что делаем? Может, ты тогда выключишь? Нет. Смотрите, значит, вот эту кучу нашу с пометом размыло дождями. Я сейчас ее подсоберу. Подсоберу я ее сейчас как бы более компактно, чтобы завалить травой, которую мы скосим. Ее уже законсервируем. А здесь будем другую кучу делать. Ты видишь? Да, ага. Бузи на нее нету. А то бы уже давно она жила бы, где ни попадя, в баночке бы, в водичке. Ты посмотри, какая. Красавица. Земляная, гигантская, вся в бородавках. Просто класс. Жила себе, беды не знала, да? Говняной куче. Ну ничего, у тебя вон еще где возможности. Практически хором и многоэтажка. Беги скорее отсюда, беги, 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 беги. Беги скорее. Жаба, беги. Жаба, иди ж ты, клаврат, беги, говорю. Фу, я до нее дотронулась, какой ужас. Блин, ну я же жабу туда посадила. Жаба, жаба, жаба! Дорогуша, иди отсюда, а? Иди уже, иди отсюда, иди, блин. Иди, давай, 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 давай. Иди, блин. Маневренно меж берез ты попадаешь. Она разъезжается. Вот это говноуборочка, а? Класс. Выравнивает, выравнивает. Видите, землю? Это остаток той кучи еще был с перепревшим этим опилом. Так, как моя жаба? Я надеюсь, все-таки она уже ушла далеко. Ну вот, сейчас эта кучка будет собрана в такую достаточно компактную пирамидку, и сверху будет заложен большой слой травы. Насколько большой? Вот все вот это скошено будет и будет заложено. Выравнивает.
Земля влажная, там где-то куча лежала. Все, буксуем. Зря цепь это снял. Шучу. Разгону. О, к нам едет. На что спорим, он еще будет мыть эти колеса очень долго. Таким трактор точно не поставит. Все, мои уши. Она обратно, видела, сползает. Ага, ну так а ты что хотел-то? Не так-то легко строить из какашек, Саша, на самом деле. Здесь все равно куча будет. Удар атомный произошел, видимо. Ну а что делать? Грабельками разравнивать, нет? Нет, спасибо. Спасибо большое, нет, не хочется. Не хочется, а надо. Здесь все равно куча будет, что тебя смущает? Трактор-то будешь мыть? Да, теперь отмывать. Нет, я мыть не буду, я кошек только помою, потому что косить буду, все отлетит. А что, ты когда косить собирался? Ну, на следующей неделе надо. На следующей неделе как раз, да, дожди? Ну, должно быть по схеме. Ну, конечно, обязательно, по-любому. Может, на этой неделе уже дождиков надо бы? Начни. Нет, подожди, сейчас мы косить начнем, а будут дождики. Ну, вот поэтому я тебе говорю побыстрее, давай начинай косить, дождей надо. Какой надо, ты что? Да вот у нас дренажный насос в подвале до сих пор работает. Это внизу в дренажном насосе, а грядки-то сверху уже все подсушены. Нормально все. Ароматы Франции. Да. Ты жабу мою не заботснул? Не знаю, я не видел. Была? Я думал, ты жаба главная. Нет. Меня не тронул вроде. Меня, да, я быстро отскакиваю. А эта овца что-то сидела там на куче с этой скакахами. Забираешь? Да, и не собирался уходить. Видимо, новую многоэтажку осваивает. Ладно, короче. Себя. Так, все, здесь вроде нормально, аккуратненько получилось. Да, минус один этот самый арбуз. Ну все, откуда я знал? Ты, я бы завалил бы его руками, потому что ты вообще не сказал, что у тебя арбуз здесь. Вот эти вот твои дыни, что это там, тыквы, что это такое? Баклажаны, что это, кабачки? Это я видел. Это чеснок. Ты что, не видишь? Чеснок, нет? Да. Ой, фу. Едем домой. Бросаем здесь, будем защиту вешать и косилку вот эту. Говорил, не будешь выравнивать. Ну я вот эти большие куски просто уберу и все. Нет ничего приятнее, чем смотреть, как другие работают. Как убирают говно? Особенно приятно. Это порадует всех. И наших доброжелателей, и недоброжелателей. Лучше говно убирать, чем с недоброжелателями общаться. Да, бывает. Кстати говоря, не трожь говно, оно и не воняет. Поистине. Вот не трогали и не пахло. А сейчас, знаете, какая вонища здесь? Ух. Так все мухи мира, по-моему, сюда уже прилетели. Фу, ладно, я пошла. Давай. До свидания. Все, готово место для новой кучи. Сри не хочу, бройлера. Что в итоге у нас получилось? В итоге у нас получилась вот такая куча с землей, замульчированной травой, чтобы не росли сорняки. Но это вот растут у нас, по-моему, тыквы. По-моему, Лена тыкву сажал для кур. Вот эту кучу, которую мы с вами сгребали покомпактнее трактором, мы замульчировали травой скошенной на вот этой плантации. Сейчас я покажу более подробно. Значит, зачем мы мульчируем? Ну, чтобы поменьше пахло, чтобы побыстрее процессы
перепревание проходили, туда высыпали 4 пакета вот этих бактерий для канализации. Вот. В общем, посмотрим, что получится. Здесь вот освободили вам площадку такую. Вот уже, видите, заложили, так скажем, новую кучку. Здесь будет очередная куча помета. Вот. Так, вот, значит, мы косили, косили, косили. Косили, косили, там косили, туда не пойду. На тот угол еще вот слева там тоже скошено. Так, что-то камера у меня затемнилась почему-то. Что такое? Ну, короче, там тоже скошено. И вот мы накосили, вернее, собрали, высушили вот такой стажок небольшой сена. Для чего? Ну, чтоб было. Вдруг мы решим завести козу, вернее, ну, не то, что уговорить нужно будет Елену Викторовну, она вроде бы как не сильно сопротивляется, но нам пока ставить ее некуда. Вот здесь в этом углу будет какое-то сооружение, я надеюсь, что оно будет, если у нас будут средства. Может быть, даже в этом году постараемся сделать. Вот. И вдруг так окажется, что у нас появится коза неожиданно где-нибудь зимой, а у меня уже есть для нее что пожрать. Вот. Так что вот такие дела. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Удачи. Помните слова: я не буду мыть трактор, я буду косить, все само отвалится. Говорила же я, что обязательно будет мыть. По-любому.